Медитация «Аромат любви». Встанем или сядем в удобную, комфортную позу. Расслабим тело. Пройдемся по нему внутренним взглядом. Если возникнут какие-то зажатости, то мягко расслабим их, отпустим. Сосредоточимся в духовном сердце, в груди, в том месте, которое воспринимается как центр дыхания. Будем ощущать это как будто если бы голова находилась в грудной клетке. Почувствуем там тепло, свет, любовь. Представим себе в духовном сердце большой бутон цветка, нежный. Он как будто насыщен энергией и готов раскрыться. Ощутим свет и тепло внутри грудной клетки, как энергию цветка, который раскрывает его. Вот он начинает раскрываться. Как будто один лепесток открылся, и цветок начинает источать нежный аромат. Открывается второй лепесток, и бутон как будто распирается этим светом, этим теплом изнутри. А когда он раскрывается, то начинает источать нежный аромат любви. Как будто аромат этого цветка и есть та энергия любви, которая наполняет духовное сердце. Мы чувствуем, как этот аромат начинает наполнять нас. Представим, как открываются другие лепестки. Постепенно цветок раскрывается очень медленно, наполняя нас ароматом. Он раскрывается все больше и больше. Сущность этого цветка – это свет, тепло и любовь. Почувствуем нежность этого аромата. Раскрываются очередные лепестки. Аромата становится все больше, он становится все нежней. Мы как бы погружаемся в большую тонкость этого аромата, во все большую его нежность.
с каждым новым открывшимся лепестком. Погружаемся в это состояние все глубже и глубже. И чувствуем, что вот цветок уже раскрылся полностью. Из него исходит свет, тепло, любовь, аромат любви. Он заполняет нас. Заполняет грудь, голову, все тело. Мы прижимаем руки к груди и все целиком превращаемся в огромный бутон и раскрываем объятия перед всей Вселенной, как будто сами раскрываемся, как будто мы и есть этот раскрывающийся бутон. И теперь мы этот аромат, любовь и свет дарим из себя всему окружающему миру. Как будто выпускаем его в своей груди широким огромным потоком. Заполняем всю Вселенную. Снова и снова открываем объятия. И как будто огромный цветок раздариваем вокруг аромат любви, света и тепла. Заполняем все пространство вокруг. Помогаем себе движением рук, которые раскрывают объятия перед всем миром. Изливаем все это широкими потоками вперед, направо, назад, налево, вверх, вниз. Можем почувствовать, как при отдавании этого тепла, света и аромата, при отдавании этой любви, к нам сзади приходит огромный поток, который наполняет нас еще большей любовью, еще более тонким светом, божественным ароматом. Наполняем всем этим все пространство вокруг и становимся проводниками божественного света в этот мир. И снова, как будто ныряем еще глубже в этот свет, можем отступить назад, погрузиться в глубину. Мы можем как бы отступать в этом потоке света назад, погружаясь во все больше и больше глубины божественного. Можем руками раскрыть тело, как огромный бутон, наполнить его этим светом и сквозь него заполнять весь мир этим ароматом, светом, любовью. Сейчас он стремится божественным потоком от
откуда-то сзади, проходя сквозь тело, заливает все вокруг. Мы можем сконцентрировать этот поток на тело, наполнить его ярким нежным светом. Почувствуем еще раз образ цветка в груди. Сейчас он становится ярче, утонченней. Мы как бы возвращаемся в свое тело, раскрываем объятия и дарим всему миру эту божественную энергию, всему пространству вокруг, всем живым существам.